Андрюх. Да. Начинается у нас матч Орешкин-Белов. Между прочим, матч за выход из группы. Да. Кто выигрывает этот поединок, тот выходит из группы. А кто проигрывает, тот берет билет до Питера и едет. Питер? Обязательно. А если Белов вылетел? То в Химки. В Химки, да. Хорошо. География какая участников, да, у нас? А знаешь, кто вышел из этой группы? Кто? Помимо. Вот это игра за выход. Кто вышел? Да. Скажи Кириленко Григорий. Кириленко Григорий. Нет, Михайлин. Я так и знал, я же ставил. То есть, если Орешкин победит, я выиграл пари. Не пари, я про двоих только угадал. Ну, кольцо Пилипенко еще. Я думаю. Фэнтези, короче, выиграю. Не заочно, скажем так, не участвую, не ставя быки быков, а лошадки. Ох. Белоу, Максимка. Тух, 80. Народ, мне, кстати, технику Макса. Да, у него очень классные дрочки, я доверил, прям идеально. Ну, просто сказать нечего, грудь летит идеально, все как надо. Я только защищаюсь, когда смотрю на бросок. Единственное, Макс периодически головой проигрывает игры. То есть он, ну, это неуверенность, она сквозит иногда в его действиях. К рукам передается. Ничего, Орешкин. Ну, Орешкин-то опытный. Да, на опыте. Игрок. Снайпер. Снайпер против пулеметчика. Очередной, да. Очередной рубило. Еще одна, да, игра такая. Ну что, шансы, думаю, против. Ну, против Белова, да, распада все. Ну, по-хорошему, да. По-хорошему, Саша фаворит в этом матче, но... Не знаю, я как... Вот как ты болеешь, звал, я сейчас за Макса болею. Да. Хорошо, посмотрим. Пусть, чтобы Макс выиграл эту игру. Ну, Орешкин настроился. С другой стороны, да, если Сашка Орешкин второй раз подряд не выйдет из первой группы, это будет такой нонсенс, потому что он посеян всегда как бы в первой корзине. Ну да. Смотри, Орешкин мощно начал, да? Мощно, очень мощно. 140, 137. Да. Хорошо сразу задавить нашу Максимку. А Лушинского быка за рога решил взять. Смотри, опять утра не попадает. Вот, вот монстр, да? Ладно, одно бы попадал, а тот по два же. Он уже 2 на 3, 6 утроений попал. Да, и скромный 139 в среднем. Ну да. Теперь главное, что он все это делал в начале Максима. Да, подкрепил свои успехи закрытием. Сейчас Орешкин должен. Да, кстати, можешь сыграть лакти за 11 ротиков. 12 уже, я так понимаю. Ну, хотя нет, видишь, он посмотрел на счет, то есть он понимает, что нет смысла кидать 14. Ну правильно, на 16 уходит, видишь? Нет, не смог. Очень хотел, это большое желание. Да. Хорошо, смотри. 126, немножко поднапряг. Ничего, Орешкин. 16. Ну, смотри, время рвать когти. Потому что если сейчас не выиграть Макс, то... Да. Ну что, пулеметчик, вперед. Ой, уже нет. Уже нет, да. Обидно. Что, 100 осталось? Теперь уже дротику. 46. Орешкин снова шанс. 4-45. Кстати, очень далеко от цели летят дроздки, пока по удвоениям. Да, странно немножко. По удвоениям. Сейчас уже поближе удвоение. Совершенно не то у Сашки Орешкина. Снова Макса шанс, смотри, у него дротики. Один дротик, думаю, будет на закрытие, сейчас два раза спадет просто. Нет, не будет два дротика закрытия. Давай, 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 надо попадать, Макс. Молодец, молодец. Молодец, Максим. Даже закричал, счастье. Может, даже кого-то смущает, то, что мы болеем за Макса, но так получилось. Так получилось, да. Ничего против Сашки Орешкина здесь мы не имеем. Да, мы против всех здесь ничего не имеем, короче, против всех. Короче, мы ничего против не умеем, против каждого. Очень меня все поняли, я запутался в своих словах.
Вообще все хорошие ребята. Да-да, пускай все, как Боря Кольцов вызывает нас на дуэль, да-да-да. Мы всем откажем. Да-да-да, мы хорошие. Хорош, Макс, 140. 140. Слушайте, теперь Белов включил режим Орешкин, видишь, начал поход 160. Главное, чтобы по даблам у нас стоял режим Белова. Брест, кстати, на завершение групповой этап. Первый групповой этап. Из первой группы однозначно вышли Кольцов и Пилипенко. Ну, это было прогнозируемо и ожидаемо. Непонятная ситуация возникла в группе D, но там, по-моему, выходит Обухов и Колесов. По-моему, я еще не посмотрел. Это как раз по-моему выходит. Да, выходит все пока по-тигайски. Да-да. А в группе C, по-моему... Ну, Кадуха уходит? По-моему, да, выходит Кадуха и Гусаров. Слушай, да я прям Ванга. Ванга, ты бы, блин, после первого тура бы это сказал, Ванга. А они когда уже там по три игры сыграли? А я не знаю результатов, честно. Ну что, Орех? Ух ты. Утроение 20. До этого, если Орех попадал в утроение, то это всегда был мог. Снайпер, он такой. Пензенский снайпер. Да. Ждет питерского снайпера. Хотя нет, новгородского. Саша сейчас выступает за Новгородскую область. Живет в Новом Бару, да, по-моему? Да, живет где-то в Питере. Или под Питером. Не, ну если сноуборд, то, конечно, не Питер. Это там еще приличный лифт. Ну да. Там же атомная станция ленинградская. Кстати, насколько я помню, еще тур Хардрок Лиги будет в Питере. Когда? Вот как раз после Твери, я опять, если не ошибаюсь, там в Питере тоже вроде хотят что-то такое. Два будет выездных вроде, еще и в Питере тур. Если значит, будет... еще и в Питер съездим? Ну да. Прям география, когда светится. Не только в Москве сидят. Кто нам плачет, только бы передвижение наше. Ну, у нас же наверняка найдутся местные комментаторы. Да, найдутся добрые ребята, которые подвезут нас до места соревнований. Что, смотри, Орешкин, 64 выходит. Макс также на окончании 101 у него. Ну да. Ну что, у Макса шанс сделать еще 2-0, нам нужно закрыть 101. О, 24. 12. Ах, близко. По проволочке. Да-да. Ну что, будем что закрыть надо? Да, сейчас посмотрим, как Саша будет закрывать. Прям в самую середину тренда с типа попал. Вот этот снайпер. Ну пока с даблами было неважно у Орешкина. Пока было неважно. Посмотрим, что будет сейчас. Попал. Причем таким, да, как будто отскочил от запустения. Рассчитал, скажем так, на дротик кинуть. 1-1, напомню, это игра за выход из группы. Кто проигрывает, едет в Питер или Химки, а выигрыш продолжает. Едет дальше. Да, играть. Продолжает борьбу. Ну что, у нас сейчас будет просто атомно-ядерная группа вторые, да, вот эти групповые турниры. Самые сильнейшие останутся. Борьба будет не на жизнь, а за деньги. Как бы да, да, самый такой этот очевидный вариант. Ну, а с другой стороны, что стесняться? Мы, действительно, игроки приезжают за деньгами. За деньгами, да, это нормально. А то он коммерческий турнир. Это же отличный стимул. Да. Не везет Максу в этом лаге. Да. 45 очков за два подхода, кстати. Ну, и за 5 шанс. Шанс для Орешкина сейчас.
Да, я думаю, что Саша воспользуется этим шансом. Уже большое дело он создал. Ну да. Да, будет обидно, если после такого выгнанного первого лега, да, на тоненького, Макс просто сорвет все остальные леги. Да, вот обидно, конечно, так что. Но нужно проверять характер. Сейчас у нас случай. Смотри, сильно сейчас в очках достает Белов Тарешкина. Да, даже дело-то не в этом леге. Этот лег уже проигран. Проигран, думаешь, да? Конечно. А вот дело в том, как Макс соберется на следующей леге. Сейчас этот надо доиграть на автопилоте, мне так кажется. Смотри, какой большой разброс в наборах. Ну, только два лега. Если помню, поначалу говорили, что было вообще 139, да, набор? Ну, да. Да, не везет Максу что-то хронически. Ну что, Саша может ставить лег за 15 дротиков. Если сейчас попадет в удвоение 16. Ну, на самом деле, я бы на месте Саша так бы сильно не расстраивался. Да. Подход-то у него еще будет, и может быть даже не один. Ну да. Есть лег за 16 дротиков от Саши Орешкина. 2-1. Камбэк уже такой намечается небольшой, да? С 1-0, уже 2-1. Волевая победа, в смысле, да? Да. Камбэком, конечно, трудно назвать. Ну да. Вот это неудача. Ответила мишень. Мишень не приняла дротик. Ну что, 35 очков мишени и 20 на полу, да? Да, как говорят, очки на полу. Ты заметил, Саша, очень странно, что у нас еще не было до сих пор кольцо на мишени. А нас тщательно скрывают Бориса. Да. Это подозрительно, да? Да, то есть когда нам скажут, выпускайте бычка, он придет, рвать. Странно до сих пор, да, Орешкин, ой, Орешкин здесь. Ну, кстати, интересная игра, если бы пришла к нам на мишень, Кольцов, Пилипенко. Да, это интересный матч. Ну, я думаю, что организаторы и так прекрасно понимают, что Боря, скорее всего, все равно выйдет второй раунд. Да. Чтобы показать, успеем. Да, конечно, самый довольный человек в этом зале – это Коля Михайлов. Бесспорно. Во-первых, он попал в 180 на телевидение в первый раз в жизни, как он мне сказал. Да. А во-вторых, он сказал, я вышел из групп. Это дорого стоит, и Михайлов сейчас самый счастливый человек на земле. А вот он, Михайлов выразил свою позицию, он сказал, что болеет за Белова. Поможет ли поддержка чемпиона России Михалина? Конечно, поможет. Хуже-то не будет, Макс сейчас на спаде. Вот это рыцарь! Вот это Белов! Да, вот помогла. Вот это слышно, вот это Михалин. Ну что, давай, Белов, вытащи нам сотню другую. Нет, давай, не выдал. Давай, Макс, назови!
Да, Николай Михайлин не останавливается. Он хочет, чтобы Макс ворвал эту игру. А? Жаль, что у нас нет наушников. Да, жаль. Ну как жаль, я даже рад, что я слышу все это. Вот тут Александр недоволен уже и говорит, чтобы его убрать отсюда подальше. Смотри, Макс. Начал отлично, отлично. Давай, давай, грузи, грузи. 75 очков осталось. О, 40 очков! Грузи, грузи, я имел в виду 17 с крайним. Да, да. Что, Орешкин 152 уже не закроет, значит, ага. Макс может сделать счет 2-2. Может. Но ему нужно еще закрыть. Сейчас посмотрим, как Максим под давлением, скажем так, справится. Ой-ой-ой, что мне в утрайне прилетел дрозь? Нет, Макс совсем не туда, да. Опа, смотри, 98 через бокс будет играть. Два дротика, слушай, да. Вообще и ничего не сам себя оставил. Два дротика на аутвейне 16. Оп. Ну что, Орешкин делает брейк. А, нет, на своем начале вперед как раз он брейк сделал за прошлом леге. И вот Орешкин остался выведением лег, чтобы взять матч. А там, я так понимаю, у нас еще идет матч Кадочников против Щепкина, да? И Кадочников, по-моему, ведет 3-1. Но у нас здесь Макс, похоже, решил отдать эту игру Сашке Орешкину. Невнятное начало. Мне кажется, расстроился Максим. Да, когда, когда Александр закрыл 92 ему. Да, мог взять лэг, но не взял. Тем временем видим, что дети выдерживают напряжение и пошли гулять этим воздухом. Да, вот очень. Да. Здесь, мне кажется, немножко душновато, конечно, для детей. Ну, это просто соревнования такие, вот, что прям это... Больше звуки громкие, я думаю, малышу. Да. Спать не очень удобно. Да. Смотри, Орешкин дает серию 140-100. Он уже делает заявку на победу в этом матче, да, Саша? Я чуть скорее думаю, что все уже, если честно. Мне кажется, Макс сдался. Ну, довести Саши... матч до победы, просто дело техники. Ну, у Саши уже грузит утроениями. Два раза по 60. 139, 122 оставляет. Ну все, Орешкин на окончании. Будет 6 дротиков, как минимум, я думаю. Да, 6 дротиков точно будет. Ты поверь мне, от меня не отделаешься. Это раньше он бегал от меня, как гриф. А ты взял на себя и... Орешкин бул? Так, интересно. Будет сейчас Орешкин на буле. Не знаю, где был бы на месте Орешкин, я бы кинул. Мне кажется, он бул выцеливается. А, нет, ты ошибся. Оставил 49. Ну что, бог дарца накажет Орешкина за... За бежонство? Не, наоборот. За нежелание сыграть красиво. Да, кстати, тоже верно. Ты не вижу, Макс! 81. Докинул, докинул! 49, Александр. Ну, условно, сейчас Саша не сыграет, Саша, дети. Макс 120, да? Да. Все еще может быть это матч. Да. Ну что, два дротика на 32.
На выход из группы? На выход из группы, да. Не просто матч, на попадание в деньги. Кстати. Да. Пока нет. Нет, ну что, Макс не знает, что в таком состоянии будет. Сможет ли он закрыть 22? Мне кажется, может. Если не сейчас, то нет, уже никогда. Уже не сейчас. Так, 62, да. 62, да. 30 надо кидать. 52 осталось. Додавил, Макс! Что, еще 3 дрочка на победу? Да. 3 дрочка на выход из группы на деньги. Каждое попадание это 3000 рублей. Так, интересно, очень далеко от двух. Первые 2 дрочка полетели. Опа! Вот это интересно. На тоненько, да, пошел так дротик на 20 сектор. Ой, Белов. Ай, все. Не смог. Не смогла, как в анекдоте. Ну что, третий подход у Саши для закрытия? Да, третий подход к победе. Чтобы закончить вообще все. И снова шанс дает Александр Максиму Белову. Нет, только Белова верит! На тот вы больше 5,5, походу, поставил Орешкин. Да. Походу, Коля Михайлин поставил состояние на Макса. Хорошо, что болеет за него так сильно. Все, квартиру на Белова. Слишком далеко от цели летят эти 3 дротика. Александр, 8. Ну что, Орешкин, удвоение 4. Решающий момент. Нет. Уже 24 дротика потратил каждый на этот лэг. Лэг! Максим Белов! У нас тут целая группа поддержки Макса Белова собралась. Ну, сейчас сначала лэг Орешкина. Там же можно даже не играть. Я такого не взял. Ну что, Саш, момент истины, да? Или Орешкин сейчас берет лэг в своем начале? Да почему-то мне кажется, что это не момент истины. Или Макс сравнивает что-то. Нам и утверждает интригу. Процент удвоения, но мне кажется, там катастрофически просто. Да, это точно. Может, устали ребята просто? Чтобы все решат удвоение, как это не банально не звучало. Ну да. Ну так, если честно, по игре Макс победу не заслужил. Ну, это все возможно, можно не заслуживать, но... Ну, вот эти 2 лега, да, Макс взял на том, что Орешкин просто очень много мазал мимо удвоения. Ну да. Кто-нибудь попадает в крайний с Макс? Ну да. Одна.
Сейчас у Саши еще один шанс закончить вообще все, так сказать, и спокойно наслаждаться отдыхом и подготовкой к второму групповому этапу. Приятной компании, да? О, да. Да нет, не все так спокойно. Вот это машина! Если бы Белов был машиной, какой бы он был машиной? Ох, я не знаю, вообще сложно сказать. Лада седан? Ну, Галажана, может быть, да, да. А тем временем у нас тут играет Гранбери Зомби, песня. Да. Вот это хард-рок все-таки. Да, Долорес Уриордан, да. О, да. Зомби, зомби. Противный голос все-таки, на самом деле. Извините. Не у тебя, у тетки. А, ну, вот. Ты-то пой. Я слов не знаю, я знаю только Егора Летова. Беспонтовый пирожок. О, да. Пицца, пицца, пицца! Тем более, Михалин, и мы видим, что Белов составляет 80, Варишкина в стоке 108 и 3 дротика на закрытие. Так, орех не закроют. Значит, Макс нам готовится. Да, Макс сейчас может наказать Орешкина. День подарка от Александра сегодня. О, да, не то слово. Катастрофически много дротиков тратят на ненужные, да, вещи. Ну что, один дротик, в 2.20? Ой, как далеко. Близко. Макс. В счете все карты в руки у Саши Орешкина. Ему осталось выиграть этот лэг и выйти во второй групповой этап. Так, Саша делает паузу перед двумя бросками вдвойне. Двадцать, удвоение 10. Как близко. Макс даже не смотрит, Миша, не заметил. Да, как близко. Как близко. Макс даже не смотрит, Миша, не заметил. Да, как близко, прям вот с другой стороны. Положил дровоски, не смотрит на шею. Короче, все эвристические штуки, что узнал, все применил. Да, в этом шаманизм. Ух, ё, выпал. Он же в броску катался, да? Броском 8 вышел, 32. Нет. Какая-то вообще, какой-то трэш творится сегодня у нас. Ну, вообще, можно не смотреть, можно смотреть на Шевеле, там танцует сзади. Ну да. Мне кажется, это веселее. Шевель веселее, чем Дарсмен. Опаньки, прям в пятерку. Да, что-то на Орешкин очень не похоже, так что он очень долго закрывается. Снова делает паузу Саша. Ну, нервы, нервы. Кто не без нервов? Только трупы, да, тягай? In your head. Да, или зомбаки. У нас тут, видите ли, музыкальное сопровождение такое. Замечательное. Да, мы видим это. Как говорит Коль Михалин. 16, вдвойне 8 нужно. Вечер перестает быть томным. Это верно. Саша, заметил, у нас уже не одна игра с счетом 4-3 заканчивается на телевизионном мишени. А мы здесь сидим шаманим, потому что... Да, да. Сверху мы Белова тянем с счета 1-3. О, да. Только он не тянет с счета. Да. Ну, Орешкин очень много подарил. Хорош, 1-3. Ай, ну все от сердца! Да, все самые интересные события, я так понимаю, только на нашей мишени, остальные как-то очень тихо себя ведут пока. А они тихо себя ведут, потому что Михаил тот ушел. Да. У нас просто громко. Здесь. Да. Ну что, думаешь, сейчас Орешкин найдет все силы наконец собраться, еще такой мощный лэг выдает на закрытие? А, мне кажется, сейчас психологическое преимущество, ну, Макс на стороне. Да.
Ну, я хотел бы в это верить. 2 по 60. Макс, тягай. Да, Михаил Николай просто так зарядил Макса Белова, что не знает, что вообще, как играть хуже, чем он сейчас играет. То есть он уже там под сотню. Макс, там, может, и хочет промахнуться мимо тройной, не может, да. Михаил не дает ему это сделать. Вот что значит хороший тренер, как Коля Михаил. То есть Макс кидает дротик чуть выше в тройной, как, ну, завещает Макс. Криком поправляет просто, опускает немножко. Вот что значит Николай Михайлин тренер. Он, конечно, детский тренер, но он может и мужиков взрослых тренировать спокойно. И делать с них чемпиона. Да Михайлин с удовольствием тренировал бы женскую водную сборную по водному полу. Я согласен. Михайлин может. Ну что, смотри, Макс выходит на укачание первым. Он может волевую победу. Кстати, он 3 сделал. Да, он может. Макс, есть 60. 74 в остатке. О, 32, Макс, 34. Макс! Вот это подход. Чуть-чуть не закрыл. Ну ладно, фиг бы с ним. У Макса сейчас еще будет 3 дротика на победу. И выход из группы. Как там говорят? 20% ФКПО. Как там ваши ставочки, да, типа? Сейчас после этого... Камбэк. Здесь вся поляна топит за Белова. Сейчас поляна, я думаю, отойдет уже. Фэнтези ставил на решку. Ну все. 6 дротиков 32. Ух, Макс. 16-2, не 8. Максим Белов. 4-3. Ну что, ребята, как там ваши ставочки? Скоро мне, наверное, сообщают, что те, кто ставил на Орешкин, скорее всего, уже заканчивают выступление в фэнтези. Поэтому считайте сами на форуме, кто выиграл. Ну что, Саш, хорошая игра была, да? Очень хорошая. Она, может быть, по цифрам не очень хорошая, но она по содержанию интересная. Да.